воздухе что-то витает, это шутки. Школьницы, которым не безразлично правительство. Вы дружите? Нет. Станем друзьями. Ага, конечно. В 2040-м планирую баллотироваться в президенты. Что в моем родном штате планирую баллотироваться в губернаторы. Генеральный прокурор. Судья Верховного суда. Мистер Фулри. У нас больше не будет такого разговора с людьми из разных уголков Миссури, как сейчас. Я очень общительный человек. Могу даже со стеной заговорить. Когда женщины начинают говорить о политике, нас заглушают. Я не из тех, кого можно оставить в стороне. Мы выросли в мире, где никогда не видели женщину-президента. Как это изменить? Мы становимся активистами. Так все и начинается. Мы трудимся над тем, какой образ показывать миру. Утомительно. Я знаю, что давление великое. Я это вижу. Я была такой же. Мне это нравится. Мы все американцы и хотим для нашей страны только лучшего. Стоя перед толпой будущих лидеров, могу сказать, что Бог спасет мир. Женщины спасут Америку.